Bonjour les amis. Bonjour les amis. Сегодня наш урок французского на тему магазин. Мы сегодня поиграем в магазин. У нас вот есть всякие продукты. Ну-ка покажи, Алис, что у нас там есть в корзиночке. Покажи. Апельсинки есть. Шоколад. Вот, и много всяких других продуктов. Подождите, я покажу деньги. У нас вот такие деньги. Сахар. Давайте попробуем. Вафельки. Актимель. Это хлопья. Яблочки. Покажи-ка. А, да. А, подожди. Это сахар. Да. Вот у нас такие ягодки. Бумажные денежки. Да. Жюстин, давай начнем. Как по-французски магазин? Магазин. Магазин. Еще раз. Магазин. Алис. Магазин. А, магазин. Магазин по-французски. А, магазин. Так, кто у нас сегодня Алис? Ты у нас сегодня продавец, продавщица. Как по-французски продавщица? Une vendeuse. Une vendeuse. Алис? Ты у нас сегодня une vendeuse. Вот тебе vendeuse денежки. Вот я тебе насыплю вот сюда. И ты будешь давать Жюстин сдачи. Давай, Жюстин. Я тебе дам несколько бье. Подожди, пока не давай, пока не давай. Пока еще не надо. Когда она будет покупать? Хорошо. Если это девочка, это... Носик добьется. Да. Если это девочка, это... Une vendeuse. А если это мальчик? Un vendeur. Un vendeur. Алис. Хорошо. Так, ладно, все. Жюстин пришла в магазин. Она у нас клиент. Покупатель. Un client. Алис, посмотри, кто к тебе пришел. А клиент. Bonjour. Что ты хочешь купить, клиент? Je voudrais vous acheter. Je voudrais vous acheter ceci. Она voilà, хочет, чтобы ты купила апельсинки. И соуси. Voilà, мадам. Теперь ты должна спросить, сколько это стоит. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Сколько это стоит? Молодец. Combien ça coûte? Это тебя Жюстин спросила, сколько это стоит по-французски? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Алис. Сколько стоит... Алис, сколько стоит апельсинки у тебя? Скажи, сколько? Комбенса кут. Молодец. А теперь скажи, сколько? Она тебя спрашивает, сколько стоит? Комбенса кут. А ты говори, сколько? 5, 10, сколько? 5. Хорошо. Thank you. А вот это? И комбенса кут? Актимель. Сэнк. Хорошо. Держи, вот тебе сэр. А, вот и ну ты ля, скажи труа. Скажи труа. Ну подожди. Труа. Труа. 3 евро. Ну-ка давай-ка. 3 евро. Вот. А ты дай сдачи 2. Ну-ка найди 2 евро. У тебя есть денежек. И дай ей сдачи. 2 евро. Посмотри, хорошо, это не так. Да? Да? Mm-hmm. Дай-ка посмотрю. Все правильно, Алис. Это уже 2 евро, смотри. Merci, madame. Вот так вот все. Клиент ушел. Теперь ты будешь покупать, Алис? Или ты все время будешь продавщицей? Я буду покупать. Будешь покупать. Она вот это мне. Тогда давай для сдачи. А у тебя есть уже бие. Bonjour. Что ты хочешь купить, Алис? Я хочу это купить. Du Nutella. Это купить. D'accord. Ой, ты хочешь все купить? Спроси, Алис, мадам. Мадам, ça coûte. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Laissez-moi voir le prix.
coûte 5 euros. 5 euros. Дай, пожалуйста. Когда даешь денежку, что нужно сказать, Жюстин? Когда денежку даешь, нужно что сказать? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Давай, давай. Давай денежку и говори s'il vous plaît. S'il vous plaît. Давай денежку получить. Вот. S'il vous plaît. Merci. И мадам отвечает merci. Вот так. Ça, madame, ça, ça coûte 3 euros. Сэм, Жюстин тебе даст сдачи сейчас, Жюстин, не забудь дать сдачи. S'il te plaît. S'il te plaît, madame. А ты говори merci, мадам. Merci, мадам. Ну все, ты все купила, Алис. Да. Скажи merci beaucoup, мадам. Au revoir. Да. Ага. Мы забыли, как по-французски деньги. De l'argent. Деньги по-французски de l'argent. De l'argent. Ладно, на этом мы заканчиваем наш урок французского. Au revoir, les filles. Au revoir. Au revoir, les amis. Yeah.